У меня в руках якорь-бур от американского производителя Atlantis. Это заводская упаковка в таком виде. Товар находится у нас на складе. Давайте откроем и посмотрим комплект. Как вы видите, в комплекте якорь-штопор, вороток, пакет для хранения, линь с двумя металлическими карабинами и поплавком. Все работает очень просто. Вы ныряете, втыкаете якорь в грунт и с помощью воротка закручиваете его на необходимую глубину. А теперь правда. Вы берете якорь, втыкаете его в песок на береговой линии и с помощью воротка закручиваете на необходимую вам глубину. Далее, один карабин вы цепляете за якорь, второй к вашему транспорту. Поплавок предназначен для того, чтобы обозначить веревку на воде. Если веревки вам окажется мало, то вы сможете удлинить ее. Но важно, чтобы сам линь находился на воде. В комплекте есть вот такой вот чехол, в который вы компактно сможете сложить этот якорь. Теперь с помощью этого якоря вы сможете привязать вашу лодку или гидроцикл даже на песчаном пустынном пляже.